Всем привет! С прошедшими праздниками! Сегодня не совсем обычное видео, в том плане, что я хочу немножечко похвастать своими изделиями ручной работы из кожи. И ни для кого, наверное, не будет секретом, что это чехольчик для губной гармоники. Но я хочу не просто похвастать, а возможно, если кому-то понравится, то попытаться реализовать. Это было бы вообще здорово. Вот такой вот чехольчик. Делаю я из разных видов кожи, разной фактуры, разной толщины. Имеется шлевка для ремня. Стараюсь обрабатывать края, то есть затираю их сликером и воском. Внутри также делаю кожаный подклад, только из тонкой такой мягкой кожи. Вот. Придраться, в принципе, можно, наверное, к швам. Возможно, где-то они не совсем прям идеальны. Ну, знаете, я на это отвечу так. Я все-таки не машина. Фишка этого чехла в том, что это абсолютно штучная вещь. В том плане, что такого чехла, второго такого, в мире нету. Я более чем уверен. Также имеется вентиляционное отверстие внизу. Вот. Есть еще, допустим, вот недавно сделал из более твердой кожи. Вот такой вот. Имеет классную такую фактуру. Вот такая брутальная. И в то же время красота получилась. С этими фиолетовыми нитками. И с фиолетовым подкладом. Вообще пушка. Кожа чуть потолще, и вот гармошка в ней уже немножко потуже входит. Кстати, чехлы эти не совсем для гармошек, то есть не именно для гармошек. В принципе, можно их использовать для складных ножей или еще чего-то толщиной как гармоника и, в принципе, длиной 10 сантиметров. То есть многофункциональные чехлы. Есть вот такой вот. Вообще, я сейчас хочу представить все, которые я сделал. И если кого-то заинтересует, опять же, то пишите мне в ВК-паблике. Или добавляйтесь в друзья. Пишите в сообщениях. Или если вы у меня уже в друзьях, то пишите, если вам понравилось. И я думаю, мы договоримся. Я уверен, что мы договоримся. Здесь уже такой более твердый подклад. Но это не делает, кстати, его хуже. Есть еще вот такой вот черный. Но это... Вот эта вот фактура, сама кожа, это просто пушка. Она такая приятная, мягонькая. То есть, если вот эта такая твердая, кандовая, да, как говорят, то вот эта такая мягонькая. Приятная прям вообще. Все надежно. Как швейцарские часы. Я надеюсь. Да нет, я, кстати, уверен. Есть еще вот такой вот. Это вот гладкая такая кожа, глянцевая. Но тоже с таким мягким подкладом. Также есть еще из глянцевой кожи.
но с подкладом уже из белой замши. Тоже приятно на ощупь. Есть рыжий такой. Вот эта твердая кожа тоже такая. Кандовая. И также могу сделать, ну, у меня есть, но вообще могу сделать еще для Big Six. Вот такой вот. Уже без подклада, потому что кожа совсем уж прям толстая-толстая такая. Гармошка бы тогда точно не залезла. Но без подклада вообще легко. Хоп-хоп. То есть входит и выходит. И замечательно выходит. То есть вот такой вот миленький чехольчик. Без шлевки, но могу, в принципе, и шлевку организовать. Хотя без нее мне показалось более интереснее, потому что здесь такая текстура классная на ощупь. Да и выглядит прикольно. Также делаю, могу исполнить... Для маленького, ну, маленького размера, для ножа, например, Victorinox. Вот если сравнивать размеры. То есть вот так вот. Это для стандартного Victorinox. Сколько он там? 90 миллиметров. Да, вот. Для него сделать решил. Ну и делаю чуть попроще. То есть такого плана вы, в принципе, уже видели в одном из моих видосов. Только швы другие. Ну, вот такие вот чехольчики на досуге делаю. И повторюсь, было бы очень здорово их реализовать. Конечно, они мне все нравятся самому, но тем не менее. Ну все, народ. Удачи. Пока.